Сегодня новоселье отметили в Ядринской прокуратуре. Строительство нового здания началось весной, а спустя полгода служители закона смогли переехать в новые кабинеты. Старое здание, построенное 45 лет назад, было рассчитано на 7 сотрудников. Посетители принимали даже в коридоре. Кабинеты очень маленькие, приходилось сидеть по 2 человека, потому что не хватало. В одно время еще, куда исследователи прокуратуры, потом куда выделили следственный комитет, образовали. Следственные следователи, следственный комитет сидели. Приходилось, конечно, в тесноте работать. Но сейчас это здание новое, конечно, оно условия и кабинеты большие, просторные и высотные. Можно сказать, стены даже будут помогать. Площадь нового здания почти в 4 раза больше. Оно отвечает всем современным требованиям. Новое здание, конечно, по сравнению с старым вообще не поддается никакому сравнению. Построено для нас здание в настоящее время отвечает всем современным требованиям. Здесь обеспечен доступ маломобильных граждан. Здание оснащено локальной сетью. Вот если посмотреть даже каждое рабочее место, оно полностью оснащено для продуктивного труда каждого оперативного работника. На строительство нового здания потрачено более 19 миллионов рублей. Средства на улучшение условий работников прокуратуры Ядринского района выделил федеральный бюджет. Остается, чтобы люди, которые работают в хороших условиях в этом здании, действительно отдавали себя полностью службе, для того, чтобы работа дальше шла. Первыми новое здание получили сотрудники Ялчикской прокуратуры. Теперь очередь ядринцев. Но в течение года обещают отремонтировать еще несколько помещений в других районах республики. Татьяна Молокова, Елизавета Зайцева, Евгений Анисимов. Республика.